Всем привет, с вами Сёмка Игроман, и мы продолжаем с вами проходить Чучел. И у нас тут вот такой вот желе. Что ты ржёшь? Вишня, отдай! Там смешно, я не могу прямо. И отдай мне вишню, слышишь? Я тоже делал тебе. Я тебе дам по роже! Отдай вишню! Нифига себе! Ты зачем ее сожрал, слышь? Ну-ка давай-ка! Прыгни прямо в это желе! Может к нему сзади подойти? Не-не-не, может к нему сзади подойти? Я вот все, я подошел тебе сзади. Бац! И достал вишню. Ха-ха-ха-ха, лошара. Чу-чу. Идеально. А ты-то как? Я, блин, пока рылся в этом сраном желе. Йо-йо. Капец, это что за яйцо с глазами? Пока он там рот его раздевал. И ложка его, слышь, ложка отфигарь его. И возьми ложку. Не понял. Ну я так-то из-за этого и сделал. А, потянуть. На, это что? На, пароль получи. Ой, сейчас. Ой, зачем это мне? Этого-то мне зачем? На, папашка, на! По затылку. Чё ты меня сейчас выкопнешь? Нафига мне твоё яйцо, яичница? Да не надо перевешивать, слышь? На! Дай мой вишник! На! Еее, разломал! У тебя нет башки! Цыпленок! У тебя нет башки нету! Нифига себе! В одном яйце столько цыплят! И все, делекция, я не могу дырку прикрыть, ага! О, гигантская вишня, офигеть! Она забирает. Она с глазами, нифига себе. Блин. Ты зачем меня сожрал, слышишь? Отпусти меня. Все, это конец. Волосы сожрали мои. Ногой, конечно же, в рот не залез, но стал наконец-то. Так, давай смотри. Без шляпы я похож на какой-то реально кусок волос. Шляпу мою отдай, слышь. Прям двумя руками и в рот залез. Отдай мою шляпу, я думаю, что. Целинда, нафиг мне нужен. Сейчас вот этот целинда какой-то идиот. О, наконец-то моя шляпа. Во рту покопался, блин, нашел все, что... Те. Я уже молчу вообще, его опять сожрали. Что? Его зарядить. Angry Birds. Новая часть Angry Birds. Давай, а ты слышишь, а ты что такая? Уродка-то. А, она с глазами, она с глазами. Типа постройка, уродка, типа все такое. Что же сделать? Нифига себе, это как? Кима-ка. Подсказку дай. Нафиг не нужна ваша подсказка, я не сразу. Подсказки. Погоди-ка, а может вот в
этом вот ты что? О, нет. Подожди, сейчас. Да еще не надо. Примерно вот так. Ты слышишь, как ты мне забрался? Алло, подожди. Да, опять 25. Ладно, маленько тогда. Вот так вот тогда. О! Проснулась! О-моё! А здесь... А, блин, это рикошет или что? Я только сейчас догадался, когда уж половину прошёл. Слышь! Ты ж, блин, ты что делаешь? Блин, опять, короче. Ты кого там почёсываешь? Я же не знаю. Давай, давай, всё, давай. А еще одна картофелина какая-то, господи. Что это? Они еще и перемещаются. И макаром нужно это сделать. А ты с той стороны не можешь. Подожди, а как тогда? А вот, вот как до него нужно в любом случае, короче, натравить. А ты почему не залез на эту картошку или что это такое? А ты сейчас здесь его позицию убьешь. Так. Блин, он все равно переетывается. А как тогда? Я что-то не сильно понимаю, как тогда делать. Ой, я что-то вообще не понял, давай сегодня подсказку. Ё-моё, серьёзно, я каким макаром должен был об этом догадаться? Раз, два, три, четыре, всё. Е-е-е, моя вишня! Ну ладно, я... Я вообще... Слышь! А вишню-то отдай! Хорошо. Первое место за пение, мне спасибо. А чё ты не сажал вишни-то зачем? Ну и, конечно же, и этого лысого. Ты отдай... Опять? А, ну конечно. Нифига ты сильный, чувак. Что за мускул у него? Биться жми какой-то этот. Обрывок просто. Ты слышь, куда залез? А ну-ка... А, мне можешь залезть в робота? Всё, тихо, конец. Как бить это так? Как бить это так? Я не понял. А как бить, слушай? Подожди, бить вот так? Подожди. Как бить? А, вот так, всё, я понял. А я не понял, как я должен был... Что я должен был сделать? О, завали, 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 бей, 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 бей. Добивание. Добивание, слышь, да, слышь, я его выбил из седла этого лысого, ха-ха-ха. Слышь?
Ты чё? И меня тоже вывели. Не бегай себе! Господи. Капец. Какой же кошмар. Давай. Дерево фигач. И опять ты увидишь. Ты почему? Ай, ладно. Почему он не мог ее сразу забрать, а? Господи, ё-моё. Шляпу сними, ты ужас, как синяя эта шляпа. Лак. Нет, нет. Мою шляпу еще один вишню отдай. Что такое? Я уже не могу играть. Ты нифига серьезно, ты меня затылком одел, да? Ты меня серьезно, ты меня одел затылком? Извиняюсь, здесь у меня фигнюшка вылезла. Ой, давай сюда. Ты серьезно, ты меня заново все перезагрузил? Так, ну для начала дай мне вишню. Вишню мне дай. Да. Ладно, давай глаз. Ты, блин, слышь, ты отдай, пожалуйста, мою вишню. Зачем ты ее вставил в глаз? Кошмар, я просто не могу. Кошмар. Вот это затылком меня одел на позвоночник. Господи, вот это кошмар, а. А почему он... Слушай, у тебя в затылке появилась лишняя дыра. Боже мой, какой же капец. Господи, чучу, идеально. Господи, ё-моё. Знаешь, скелет, что у тебя на голове целая вешалка? И опять стырил вишню. Давай-ка, кидани меня туда. Рука. Целая вишня, прикиньте. Это что такое? Радиоприемник. Что такое? Передвинуть. Смысл? Ты не сможешь себе силу играть. Могу я включить его? Чё ты взял? Ты зачем это облизнул? Нифига себе! Музыку включить! Ой, фиг с ней. Возьми вишню, пожалуйста. Ты же можешь просто клетку поднять. Ты этого не можешь. Хорошо, душ. Попить? Ну давай попьем. Ой-ой! Ой, кошмар.
Ой, извини, я аж закашлял. Какой же это кошмар, боже мой. Окей. Ой, 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 я аж закашлял, блин. Смысл это было делать? Ладно, один, вот эту шляпу. Кнопка. И кактус какие-то. Ты кто, чувак? А, это что значит? Съесть это? Что это? Боже! Это что за наркомания? Боже мой, это что? Ты что там лизнул? Ты мне объясни мне. Ты где там лизал, а? Господи, чем пропитана вот эта фигня? Что за кнопка какая-то? Ё-моё, меня задавило. На летающую тарелку похоже. Подсказка. Значит, нужна мне ваша подсказка. Дай мою шапку. А кого нужно было... А, помыться в душе, наверное, там же было помыться еще. Оба-на! Это все взаимодействует, это все взаимодействует, это нифига. Ты слышишь, как-то заплетись обратно. А, ну все, молодец. Это как-то взаимодействует, да? А что нужно сделать? Я пока что-то понять не могу. Все равно блохи. Ну попей. А, не вот это как-то что нужно. Маленький, а может и на, может и не на маленькие. А может и не на, в каком? Вот в этом же вроде бы была, да, она? Ну, вот на этот какую, да? Да, реально! Кошмар, я вырос, блин. Что это? Лизну. Нет уж, спасибо! Нет уж, спасибо! Лизать я ничего не собираюсь. Может, а, может, нужно сделать так, чтобы он его задавил, как-то подстроить? Ё-моё, господи. Я ниже появляется, то есть можно как-то сделать, чтобы как-то подстроить, чтобы задавило кактус или гриб, или что это такое? А нет, она его не давит. И задавит сейчас еще одна, наверное. Реально. Блин, а как тебе? Алло. А может какой-то еще секрет спросить? А не хочешь, ты будешь не знать. А что делать тогда? Бла. Кого ты? Что здесь? А, достань вишню, слушай, вишню достань. Уже вишня? Ё-моё, на ноги тело схватил, теперь на руку. Ты, блин, определись уже, куда хочешь схватывать. А что делать-то нужно мне? Подсказку я брать не собираюсь. Ну, а что можно сделать? А может, ты музон поставить какой-нибудь? Ну, вряд ли. Я догадался, они все танцуют локтями. Ловишь, набери! Они же взаимодействуют, еще там вишня валяется, они же взаимодействуют. А это как? Это большой этот? Опять ты! Слушай, пошёл к чёрту, а! Ёж! Ты зачем? Господи! Ёжик! И кто ты там? Выставил? Ой, всё, я сейчас яд получу, короче, смотри. Смотри, я сейчас получу. Три молоток. Молодой возьми! Бей молоток! Это я, короче, отколочу! Ой, ёшки!
я не могу, я уже просто не могу. Бей! Долго размахиваешься, он уже бежал. Бей! 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 Давай, 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 давай! Чоп! Вот ты просто чоп! Что за фигня? Это кто такие? Это он покрасится, что ли? Я пошу или таблеток наелся, или что это? Я, похоже, наш главный герой таблеток наелся. Ой, шибани по глазу, шибани по глазу! Пути ниже, чувак. Ой, сопля какая-то зеленая, голубастая, блин. Капец. И этот конец, я совещный, ну естественно. Ой, гони, давай, в погоню, погоню, погоню. Ё-моё, ведь зелёная сопля. Это кто? Это инопланетяне, что ли? Отдайте вишню! Лысый за мои вишни охотится, теперь вы! Это что за... А, это походу вот тот, помните, которого мы видели? Яблочко. Ё-моё, это куда синяя сопля? Типа завоевал планету? А ну пошел к сраку со своей планетой. То есть на свою планету. А-а-а, ну давай по порядку. Вишню давай, дай. Слышь, ты убери куколку свою. Улыбайся. Я тебе улыбнулся, ты сразу из куколки. Фор подари. Давай, подгоняем фор. Эй, ну он не запомнил. Фига ты злой! Я к тебе по-доброму! Телевизором его напугаем! Телевик? Телек? Ага! Уря, пока в кабине с антеннами забери! Она же стоит! Хорошо все! Ну ладно, как бы. Хорошо, примем это как должное просто. Музыку, давай музон же поставим тебе. Все будет хорошо, не беспокойся, отдай мне вишню. Дай мне вишню и вали, вишню мне отдай. А такой, отдай, пусть отдай. Барь, это настоящий твой. Разозлиться, давай, бей его! Ты вообще меня задолбал! Али отсюда вас! Что такое сказал? Да-да-да, я знаю, спасибо, спасибо. Боже мой, это что за слизь опять? Ты кто? Сразу вдарь ему по роже! Ты у меня бицепс. Я пипец. Тебе пипец, слышишь? Ё-моё. Он все равно из волос. Молотком шибанут. Поэтому ничего с ним не случится. Не случится. Он все равно из волос. Ну да, естественно. Конечно. Мать моя женщина, не могу. Забрать вишню, просто можно попросить его вишню забрать. Да не корабль, а какой-то кисель. Почему ты же со слизняком? Ой, пролез. Годзиллу вызывай, динозавр или кто это? Да, это Годзилла, давай, топчи его нафиг. Топчи его, ты слышь, Годзилла, мы же с тобой были друзьями, ты что, нормально же общались? Ножом проткнуть. Я понял, прикол. Мы инопланетяне, звездные войны, это такое. Чувак, ты ничего не заметил? Ну и
Соответственно, один остался. Улыбнуться. Он аллергик. Ахаха, он, у него аллергия на цветы. Вишня, бери вишню, бери вишню, бери вишню, вишню бери. Ё-моё, это целый город, походу. Давай, быстрее! Ё-моё, давай, поблядь, там стрела. Не можешь. Бумажку. Не можешь, чё ты можешь? Бомбу. Не-не-не-не-не. Господи, чувак, что ты делаешь? Поздно, короче. Кота! Ой, и кота засосало. Самолетик! Тоже нифига не может. Бумеранг! Сейчас... Еще не легче. О, здорово! Здорово, чувак! Давай, давай, давай! Режь! Режь! Серьезно, давай, давай, шар, да вы что? Давай, 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 давай! Ты нифига, ты подожмёшь стрелу! Всё, капец, иди сюда! Ща! А это что, чё он вытащил? Эй, замечка, он... Ща! Блю в него! Апсу! Чё, в шар? Чё, мугат отражает? А! Может, как во второй миссии? Ой, миссии в этом... Короче, вы поняли меня, вот так можно сделать? Там она торчит. Ой, утка. На. Может сюда? Как-то может как так же, как там она что-то. А, я все понял, все я понял, все я понял, даже легко, окей. А ты что опять вверх-то улетела, слышь? На, глобус, глобус полетел на тебя, глобус! Модель земли! Ай, блин, не туда, не туда. Да не туда, слышь! Да ты... Вот ты смотри, а? Ну-ка, на-ка. На-ка, ведрами, ну-ка, на-ка. Ну-ка, на. Опа-на. Ой, моя рояль упал. Нифига себе, масштаб наращивается. Ну-ка, на. Ай, это корабль. Он все равно готовит, вылетел. Слышь ты! О, а вот я! Вон он за тем облаком спрятался. Сбивай! А, в одну целость, извините, окей. Я понял. Давай. Нет, ты не так сделаешь, окей, я понял тебя. За вот этим. За кем он спрятался, я не понял. Я за кем облаком спрятался. Ой, давай теперь вот это вот туда гони. Нет, зачем, зачем ты это сделал? А как тогда надо сделать? Наоборот от него, что ли? Не-не-не, немножко не так. Ему тогда вот так, что ли? А как я не понял тогда? А, вот так, окей, я понял. Хорошо. Он еще какое-то мелкое облачко. А что еще? Так, окей, ну-ка давай-ка сюда-ка. Давай сюда. Вот так, вот так, вот так, ага, постепенненько. Блин, мне понравилась такая задумка, ты стреляешь и там тоже нарисован. Офигенно так-то задумка, крутая. Ты все не можешь-то ничего. Давай тогда вот так вот, а хорошо. Ты что делаешь? Ты мне объясни, пожалуйста, что ты делаешь? А, окей, сейчас мы подгоним, хорошо, сейчас мы подгоним поближе. Вот так сюда же, да, я стрелял. Вот, давай, давай, давай. И сюда. А, все, давай. И давай сюда вниз. Да, что ли? Да ты совсем, что ли, с ума сошел?
Я вот не сильно понимаю, как работает данная тактика. Прям рядом с ним надо хорошо бежать. Так он, естественно, уходит назад, алло! Я только что заметил, что здесь. Нормально, допустим. Ой, я все понял, окей, вот так. А почему он вверх-то? Ну, хорошо, тогда проще его так вот сделать. Ой, я все, я понял, короче, фигню эту, окей. Ты не хочешь наверх? Ты не хочешь наверх, я тебе говорю? А ты вниз не хочешь? А почему он уходит, объясните мне, вниз? Мне его как спугнуть? Без понятия. А, да... Ё-моё, вот и ты, давай! Я бы долго сейчас сидел. Кошмар, теперь и поздно. Домидер. Кошмар, да ты что, прикалываешься? Ага. А, окей, хорошо, хорошо, давай. Ха-ха, говорю. Минус один. Так, на что ты сядешь теперь? Хорошо, подобрал. Блин, малеха покушена. О, вот так. Ну и последний уже осталось. Давай, лови ее, как это полетит. Блин, маленько. Во, хорошо, я тут уже зачем-то. Что мне теперь делать? Как мне теперь бы здесь в него попасть? Гаденыша. Как мне в него попасть? Долго, конечно, мой плевок, а может в лун расстрелянуть? Ё-моё, чувак, мы луну на землю опустили, беги! Чучел, слышь? И чучел! Ешь, ха-ха, свалился, гадёнок! Я тебя сейчас поймаю, когда выберусь из-под луны. Согласите, вам нечестно приходится слышать вот такое вот. Я тебя поймаю, когда выберусь из-под луны. Все, гад, ты теперь меня не догонишь. Ты кто? Ты еще кто? Ой, все, у меня сил, короче, больше не осталось вообще никаких. Вот это вот. Их три? Ну ладно, хорошо. В общем, вот такой вот сегодня вот у нас. Вот такие вот сегодня у нас. Ну, и миссии даже, так скажу. Ну, уровни. Ну, их осталось малеха всего раз... ну, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять всего уровней осталось, поэтому, думаю, в следующей серии мы с вами закончим чучело. Сейчас не хочу продолжать, потому что я уже вообще уже... Я просто тыщ мозги, просто... То, что я увидел, это, особенно в конце, это было что-то вообще капец. Кошмар, просто я не могу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Да, блять, меня в друзья ВКонтакте, ставьте пожалуйста, что в гляне новые ролики по чучел. Пройдем, мы его должны пройти в своей следующей серии. Ну, мы если даже не пройдем, то на следующую серию оставим, да. Всем пока.